Анастасия, мне 21 год, я записалась на, уже состою в тренинге Алисы Макаровой 8 недель. Мои цели, они достаточно обширные, я хочу вообще прошить свой мозг и начать свое дело, пока еще не выбрала стезю. Надеюсь, все получится, также разобраться в себе. Меня зовут Ирина Анастасия, мне 21 год, я пришла на тренинг Алисы Макаровой «8 недель перезагрузка». И что для меня дал тренинг? Суть в том, что я обрела уверенность в себе, именно вот уверенность в себе. То есть просто напролом можно идти на какие-то вещи. Ты уже не задумываешься на то, что ты этого не сделаешь, или у тебя это не получится, или что-то не так. Ты просто делаешь, ты просто уверен, что это получится. То, что ты этого не пробовал, это тебя уже не пугает. У меня очень много раз менялись цели, я хотела то одно, то другого. Очень сложно определиться, но это важно сделать, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. За период тренинга у нас на самом деле были очень странные встречи. И что очень явно стало видно с самого начала, и вот на самом деле очень обидно, что это продлилось до самого конца, у нас так и не сложилась команда. Именно прям такая команда, в которой каждый друг за друга, каждый думал только сам о себе. Я хочу вам сказать огромное спасибо Алисе, потому что то, что она делает, это на самом деле очень-очень круто. И очень здорово находиться вот в этом состоянии, общаться с людьми, с абсолютно разными. Спасибо большое. Все. Пока.